И привет всем. Я тут пошарился, короче, немного. И, в общем-то, разобрался, что к чему. Нашел пару домов. Залутал их. И сейчас мы возвращаемся в тюрьму. Нам по дороге пойдем. По дороге удобнее, я понял эту вещь. Восстановил ХП. И, в общем, такое дело. Не забываем прожать лайк и подписку. Так, у нас есть энергетики. Энергетики нету, по идее. Ага, я так понимаю, прирост в энергии не даст. Ой, ну давайте пойдем. Вернемся. Сейчас вернемся и посмотрим, что там будет. Вот что мне интересно стало, так что это время согревания, это понимаю, согреться вообще долго в этой игре. И довольно-таки тяжко выходит. Вот что еще интересного. Я подобрал два новых оружия. Сменил их. Ну, два выкинул старых. Взял самое, короче, прочное. Господи, через какой лес я иду? Что, на меня бежит? Так. Что нам здесь? Вот так, возьмем. Вот это вот заберем. Так, а мы начинаем мерзнуть. Это не есть хорошо. Так. Риск растяжения. А с чего это? А, мы перегружены, понятно. Понятно. Давайте выбросим. Зачем нам камень? Так. Вот это вот тоже давайте бросим. Так, это пусть останется. Это что такое? Шиповник. Давайте, кстати, что мы тоже бросим. И все, так, что мы сейчас идем? Мы сейчас возвращаемся в тюрьму. Риск переохлаждения. Так, здесь ничего нету. Машина. Ань, ну давайте возьмем. Ё-моё, опять мёрзнем. Так. Ага. Не можем. Так что давайте просто побежим. Либо нужно поискать веточки, либо бежать. Одно из двух, короче. Но здесь уже недалеко, я думаю, можно прийти. Можно протянуть. А чё на этот раз-то? А чё, серьезно? А чё, почему места-то меньше стало, я не понял. Диск растяжения, блин. Давайте повыбрасываем. А, что еще можем выбросить? Да, больше ничего-то, в принципе. Да что тут будешь делать? Давайте, бросим. Побежим. Ну, у нас единственный вход, короче, отсюда. Оказать-то идет. Да, запись. Запись, короче, у нас идет. Там, блин, Лени скажет, что это довольно-таки напрягает, второй. Да опять. Да ладно. А чё это, почему, интересно? Почему оно тяжелым становится, что не так? Так, ну-ка. Где мы? Штаны мы не можем поменять. Это у нас еще хуже идет. Так, давайте тогда возьмем и выбросим это. Вообще прикола не понял. И опять мотыка.
бросить. Наконец-то пострелял. Что почти не весь ничего. Зато тоже давайте бросим. Так, нам нужно сейчас вернуться обратно. Так. Вот мы и вернулись. Так, в каждом регионе есть свои достопримечательности, по которым можно ориентироваться. Лост. Да, мне пришлось научиться ориентироваться, это было вообще шикарно. Так, хлопушка. Самодельная взрывчатка пригодится для отпугивания хищников. А что я сразу не взял, так. Так, давайте. Зажечь огонь. Что, нельзя? Давайте разожжем. Something's making. Вот теперь можем зажечь огонь. Сейчас разожжем, согреемся и пойдем в тюрьму. Вот это будет самое нормальное. Самой темой будет. Во, давай. 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 Все, отлично. Все, вот так вот, нормально. Ага, пустой. Так, здесь мы ничего не можем, только ящик. И газетный рулон. Опа, на. Здесь что-то не обыскали. Чипсы, видать, нормально, книга. Записка. Итак, тема. Продовольственные пайки. Нам нужно добровольцы, чтобы разобраться со... со свалившимися на нас пайками. Сегодня вечером в казармах мы с поваром займемся их распределением. Если попадется что-то путное, то можем оставить себе. Приходи к 7, если хочешь. Хоуи. Ладно. Прочитали и ладно. Все исключить не можем. Так, может здесь еще есть? Умная коробка. Газетная вырезка. Поступили сообщения, что в прошлом месяце из тюрьмы Черный камень сбежало 5 осужденных, бывших в продолжительное заключение. А, это мы читали? Окей. Книга. Здесь пушка, что мы ничего не можем. О, вот мы можем готовить, да. Готовить, давайте. Приготовим мясо. До готовности 1 час. Ну давайте 1 час поспим. А, и температура сразу восстановилась. Нормально. А вот жажда выросла. Вот что у нас здесь попить. That'll come in handy. И что мы можем сделать? Дизайн, источник света, навигация. Напитков-то и нету. Ну давайте пойдем. О, а что мы здесь-то машины не обшарили? Ага, багажник закрытый. Здесь у нас газета. Здесь у нас ничего нету. Ё-моё. И тут-то тоже ничего нету. Чё это так обидно-то? Ещё водичку даже никто с тобой не берёт. What have we here? Ну, чёлка. Ладно, давайте выйдем. Багажник опять заперт. Во!
Во-во-во, как вовремя. Как повезло. В самый раз. То, что нужно. То, что доктор подписал. Ладно. Ладно, вернемся. О, пошла анимация. Ни хрена себе, ты живой? Живой, Маккензи. А ты оказался круче, чем выглядишь. Я нашел то, что поможет начальнику. Медикаменты. Да, тебе лучше поторопиться. Он выглядит не очень. Но сначала я тебя обыщу. Если принесешь, чтобы нож, Маттис меня потом за яйца повесит. Что, типа он не найдет винтовку? Или заберет все-таки? Глава вторая. Электростанция. Опа-на. Наркотики – дело нехорошее. Who the hell are you? Relax. I'm your neighbor in cell 15. Yeah, Mathis's pilot. I cleaned you up the best I could. You might have a broken rib. Maybe more. Mathis opened up a couple of bad cuts on you, so I stitched them up. Gave you a shot of antibiotics. Так. Hopefully that'll prevent serious infection. Thanks. Ну, спасибо. Yes, you seem to know a fair bit of Ты first вроде aid. Умеешь оказывать первую well, помощь. I'm married. Ну, я жен. Жен, что? I know a я, doctor. Я знаю одного врача. And, И мне часто достается. With friends like Mal, с такими друзьями, как Месси, это неудачно. О, Месси мне не друг. Нам лучше поторопиться, пока они не вернулись. Я должен кое-что тебе рассказать о тюрьме. Я слушаю. Одиночная камера. У нее автоматический замок работает независимо от других в тюрьме. Месси и его ребята просто еще не догадались. Но когда они поймут, они вытащат Доннера, и здесь будет очень жарко. They blame you for Donner? На неудачу с Доннером. Мэтти думает, что я активировал какой-то механизм, чтобы Доннер... Даже когда все остальные камеры сломались. Так, это был ты? Нет, это... Я и сам не знаю, но кто-то здесь точно есть, и этот кто-то портит систему. Портит настроение Мэтти и держит Доннера под замком. I might have an idea of who Есть ли у меня одна мысль насчет этого? Ты кого-то видел? Not saw. Не видел. But I talked to someone on the phone. Говорил по телефону. Right. Точно. The old rotary phone Странная телефонная сеть еще должна работать. Из-за спутниковых телефонов про нее все забыли. Right. Верно. Shit. Черт, они идут. Get back in your cell. Возвращайся в камеру. Okay. С тобой все будет в порядке. Главное, не попадайся им на глаза. If you get to talk to whoever Когда в следующий раз будешь говорить с этими незнакомцами, делай, что я тебя, что тебя просят. Right now, Потому что мы живы только благодаря ему. Think we can trust him? Думаешь, ему можно доверять? The enemy of my enemy Враг is моего my врага friend. Мой друг. О, правильно сделал, дверь закрыл. И за собой тоже нужно закрыть. Типа доброе утро. Эй, как же так получилось? Ну да, вот незадача. А эти идиоты приняли меня за дурака? Им не вдомёшь, что я уже понял. Они не смогли разобраться с начальником сами, потому что не уложили так. И поэтому отправили тебя на мороз, делать всю работу за них. Ну а ты рисковал жизнь, чтобы спасти незнакомца. Да ты хренов бойскаут. Я такой. Ты еще не понял, да? Видишь ли, Маккензи, в этом прекрасном новом мире бойскауты долго не живут.
And yet, это живой пока. Well, smartass. Тоже мне умник. Если ты захочешь стать здесь полезным, ты будешь приносить пользу мне. Я? Yes. Да, ты. And why am I gonna do that? И зачем мне это делать? Well, because... Ну, есть одна причина. Hard case. Контейнер. Right. Точно. Get back out there, pilot. Возвращайся туда, пилот. Go find out what's wrong with this place. Иди и выясни мне, как с этим местом. Что ты задумал? Well, здесь определенно что-то не так с электричеством. Вот начальника толку мало, но на стене в его... Так, иди и проверь ее. Give me some power. Выруби электричество, чтобы я открыл дверь одиночной камеры. Так. Power. Электричество, одиночная камера? Got it. Понятно. And Маккензи. И еще Маккензи. Yes. Да. Don't dawdle. Не мешкай, а не то. Начальник достанется еще сильнее. Ага. Нам пофиг на начальника. Так. Скрытые банки, так. Ага. Ну-ка. А где мои варежки? Mathis said to give you this. Мэтти сказал дать тебе это. That doesn't look like a coat. Не похоже на пальто. That's 'cause it isn't. Потому что это не пальто. It's a map. Это фрагмент карты. Она приведет тебя туда. Можешь ориентироваться по линиям электропередач. It's cold out here. Но там холодно. I won't find the dam. Я не смогу дойти дамбы, если замерзну до смерти. Do I look like a guy? А с чего ты взял, что мне не насрать? You don't want to freeze out here? Не хочешь там замерзнуть? Тогда шевелись. Ты что, так жестоко нас бросить без одежды? Еще и ночью? Bastards. Да, понял. Ублюдки, на карту хотя бы дали. Так, ладно. Давайте глянем. Дамба. Ага. Как там? Ага. Здесь я был, здесь я был. Спросите, как нам туда добраться? Нам нужно пойти за тюрьму и пойти вот так. Все, понял. Понял, принял. Так, ладно. Сейчас входим и обходим. Примерно ясно и понятно. Вроде ничего и сложного нету. Необходим гвоздодер. Ага, а где нам взять гвоздодер? Никто не подскажет? Здесь вообще есть. Или течку нельзя обыскать. И сюда нельзя. Ладно, понятно. В следующий раз все буду оставлять. Так, ладно. Закрыли дверь. Он пустой у нас. Угу. И ничего нету. Давайте 6 часов сна сделаем. Нам нужно утро, ибо ночью не вариант идти. Тем более без оружия. Вот без оружия это вообще не то. Кто бы что бы ни говорил. Ага, еще нужно поспать. А с водой это беды. А с водой это беды. Нам нужна вода. И что мне делать без воды? Вот на восходе можно идти. Ну, давайте побежим тогда. У нас нет ничего. Так. У нас еще пустая банка. Подожди. Надо спальный мешок забрать. Подождите, подождите, ребята. Без спального мешка нам некуда идти. Вот в чем проблема. Made it through another night. Поднять. Вот так делаем. И сейчас будем смотреть, куда идти. Ну что делать? Пойдемте. Вот, допустим. Так, здесь я был, здесь я был. Ну вот, пойдемте вокруг. Вот так, через лес. Или можно сюда зайти. На радиостанцию. Или можно... А, ну там речку мы не перейдем, значит там есть, надо сюда вот идти и сюда.
Все понятно, пойдемте. Быстрым шагом. Оружие, значит, мы будем выкладывать. Во, видите, не зря выклал. А это мне не нравится, то что они не этот, не эту. Ага, ага. Мы без шмутов почти. Вот длинные джинсы. Уже радует. А, ну это все фигня. Это все ненужный хлам. Там у нас олени. От волков мы, значит, будем убегать. И это не прикольно. Это вообще, типа, ребята, не прикольно, знаете? Так, что мы... Может, мы что-то... Во. Вот рукавицы нам нужны. И он сразу их нацепил и правильно сделал. Так, там волк. Так, нам куда? Нам в ту сторону, да? Нам в ту сторону. Обойти, я так понимаю, его не получится. А что еще делать? А может получится обойти гляди-ка. А чё, почему? Ага, я так понимаю, нам холодно. Да мне вроде температура есть. Так, а что будет, если стаминка здесь кончится? Блин, как же тепло быстро кончается. Нам прямо нужно идти и быть посмотрительным. Ага. И энергии столько нету. Чуть-чуть куда нужно, вот так. Будем собирать палочки хоть. Душу олени скачет. Во, вот там, я надеюсь, будет оружие и хоть что-то будет. А вот где-то волки гудят, это вот не нравится. Так, давайте пройдемте потихонечку. Так, там калитка. Судя по всему, нам куда? Не чувствую стопы? А что не так? А что не так со твоей стопой, братан? Все ж хорошо было. Полицейская. О. Нормально. А, записка черного камня. Подозрительный человек. Внимание. Служащим и персоналу. Мы получаем все больше сообщений о подозрительном человеке, который бродит по долине. В целях безопасности просим указывать время и место, где он был замечен. Так, по последним данным, у него в пути находится старая каменная хижина на озере к востоку от Черного Камня. Окей. Здесь пусто. Кань, давайте возьмем. Еще было. Здесь ничего не было. Но почему? Ага, нам холодно. Стопы почти не чистят. Я так понимаю, у нас аккумулятор много весит, да? Да, 15 килограмм. Ну, я так полагаю, что он и не зря здесь. Не зря, неподалеку. Типа для станции может пригодиться. И что надеться? Так, давайте теперь в домик залетим. Опять волки гудят, как пароводы. Камень, точильный камень. Пока мы подберем все.
хоть каким-то лутом ходить будем. А то так неинтересно, знаете, все отжали. Вот реально все отжали и все. О. Давайте еще обучим. О. Чего? Так, что у нас есть цвет? Спички, спички так не надо. Так, блин. Ну здесь хоть согреваемся. Ой, ну и освещение, конечно, давно. Пестик, бутылка воды. Банка. Только дно. Обыщем. Обыщемся. Только бумаг. О, апельсиновый сок. Нормально. Архив отчет. Черный камень. Так. Неписанная история о Томсе. Я знал одного из первых надзирателей, готовил ему еду, как и остальным. Вот и познакомился с ним, если можно так сказать. Обычно за обедом он мне задавал всякие вопросы, спрашивал мое мнение о том, о сём. В ответ я обычно поджимал плечами, что я мог знать. В войну я был полевым поваром, и я к такому привык. У него была голова на плечах, умный малый, по крайней мере для надзирателя. Но понятия о наказаниях у него были странные. Все эти лекции и проповедания о том, что земля их исправит, в смысле заключенных в горе Черного Камня находится в этом ужасном месте, было их миссией, никогда не понимал. Ладно, давайте не будем пробовать. Да. Здесь еще что-нибудь. Он не работает, обидно. Нет, книги мы не будем. Есть только книга. И серьезно, ничего нету. Hope I can still eat this. Вот, это вот есть. Так. Так, 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 свет. Камера. А здесь что у нас? Здесь мы ничего не можем утащить. Ничего не можем врубить. Но зато мы теперь можем попить. Давайте этот тип вот выпьем. Во, еще шкафчики есть. Ага, было бы в них еще что интересного. This stuff will come in handy. Во. В самый раз. Набор для шитья. Давайте аккумулятор выбросим пока не. Нет, пока не надо. Пока не стоит. Вот что-что, пока не, я думаю, не стоит. А он что, он куртку сам на себя нацепил? А носки? Носить, давайте. Ага, эти похуже будут. Ань. Нет, не будем. А? Нет. Во. Тоже нормально. Думаю, тоже. Перчатки, во. Так, записка рабочей старой подстанции, так. Фирменный бланк. Суп. Порядочный фирмы, так. Линда. Понимаю, вопрос щекотливый. Учитывайте, что в этом сезоне Сэм твой единственный сменщик. Но прошу тебя, последний, проследи за ним. С каждой недели он все реже и реже выходит на связь. Мы тут в центральном офисе делаем все, что можем, чтобы вам помочь. Но сама знаешь, какие сейчас времена. Так, где-то на рулон. Ну что, давайте-то выходим оттуда. Так, с добрым утром. Так, ладно, пойдемте выше. Что у нас здесь есть? Ну-ка, чё-то. Потрепанный шар.
Банка с порохом, ткань. Все что ли? Так, у нас до сих пор нет оружия. У нас до сих пор нет оружия. Угу. Там мы не можем. И что, и как нам нужно какие-то сшивать место и потом туда? Прицеп. Как-то это не так. Блин. Без оружия и с волками ходить. Во, ножовку возьмем. Надо найти место, где согреться. А что так быстро мерзнешь-то? А что Андрей так быстро промерз-то? Давайте 2 часа поспим. Переключатель, ну блин, здесь мы все залутали. Шкаф пустой. Здесь у нас ничего нету. Здесь прям ничего. Только стул. Ой. Ну давайте же пойдем туда с Вакимом. Раз взяли его, активировали. А, нам в какую сторону? Ладно, ладно, понял, пацаны, успокойтесь. И что нам делать? Вот серьезно, и что делать-то? Вышел, там волки. Окей. Вот здесь вот есть что-то. Амбар. Может, до амбара прогуниться? До амбара, в принципе, будет полегче сходить. Давайте сохранимся и попробуем до амбара сходить. Какой загрузить, сохранить? Так, посмотрим, волки ушли или нет. Здесь можно в другом месте выйти? Или нельзя? Ладно, давайте тогда еще час поспим. Просто так сделаем. А, то не можем, да? И только попробуйте мне сказать, что волки не ушли. Да вы издеваетесь. Да идите вы в жопу. Так, он бежит за мной. Правильно понимаю? Садись! Ладно, подождем пока. Давайте все-таки. А, да? Его собрать надо. Что дальше? Ну, мы его собрали, что дальше-то? Так. Ну, давайте пойдемте в ту сторону. Так, я понимаю, жопа.
Жопа-жопа? Я вообще жопу понимаю. Но я надеюсь, мы до бара добежим. Я не пойму, где рычаг-то? Вон машина есть. Где нам туда? Теперь подождем. Угу. Бонус. Сытость. Они, кстати, где-то топают. На Антону? Нет, на Антону это время. Нет, нам сюда надо сейчас уйти. Is it food or... Записка. Рады сообщить, что ваша статья «Столкновение черных дыр и новая архитектура для космологии темной энергии» принята для оценки и потенциальной публикации в Канаде в Physics Review. Так, по мере рассмотрения мы свяжемся с вами, если возникнут какие-либо вопросы, уважение. Так, карта. Давайте подождем сейчас. Подождем лучше 2 часа. И побежали. Побежали. Левая ножка, правая ножка. Ой, как я не вовремя выбежал. Вот это жопа. Вот это все, мне хана. Вот это вот прям все, это прям жопа. А? Есть шансы выжить. Пронесло? Так, давайте подождем. Пусть свалят молодые дарования все-таки. Хрена, ты, конечно, высосал. Ключ от тюремного шкафчика номер 3. Нормально, шапку нашли. Шапка — это вещь. Замороженный 71% снимается. Эти намокли на 5%, как выдушу. Так, ладно, мы что можем попить? Ага. Хоть ничего нету. В чемодане. What have we here? Возьмем. Спальный мешок. Уголь возьмем. Возьмем. Так. I think I can use this. Во. Нормальную одежду нашли. Значит, здесь где-то ружье должно быть. О, набор для чистки.
Ткань, топор. That'll come in handy. Полезная штуковина. Ля, базару нет, конечно, полезная. Так. Ну, пушка была бы полезнее. А, ну что, серьезно? Хотите сказать, что я могу ездить? Давайте сядем в машину. Посмотрим, что у нас есть. Оружие. Почему нет оружия? Чтобы дал этот хакер. Так. По одежде. Мокрые. Угу. Не особо чего хорошего нам не дают. Пушка у нас одна. Постовки. Войс по характеристикам получше. Не особо. Да хрен с ним, все сгорит. Здесь по мне тоже не особо чего нету. Ладно. Теперь куда мы отправимся? Ну, отправимся, наверное, назад. Назад на мост. Вот смысл, что мы сюда шли. Ладно, здесь оружие мы все равно не нашли. Хоть кто-нибудь бы сказал. Давайте пойдемте обратно. Ага. Там вот волк идет. Ты это не думай быть там. Угу. Кастрированный развелся. Вон машина. А мы в машине посидим. Подождем один час. The sun setting. It's gonna get a lot colder soon. Ага, солнце садится. Нормально. Банка корма для собак. Не, почему бы нет, собственно. Так. Давайте подождем 8 часов. Сколько здесь ночи длится-то? Ай! Угу. Подождал, блин. Нормально. Так, у нас на... So cold in my life. Угу, понимаю. Ну, да. Угу.
Ну-ка, история 17. А, нормально. И вот здесь. Короче, вот с Амаром переться смысла нету. Так что выходим и сразу идем налево. Так, у нас все есть. Здесь волки сейчас будут. Вы меня не видели, я вас тоже. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, я чуть ли не туда побежал. Не в ту сторону, не в ту сторону. И бежим, 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 бежим. Не тупим, бежим. Ага, весело. Мост еще и поломанный. И что мне надо будет делать? Угу. Whoa. Easy does it. Ладно, нормально, живем. Мы ничего интересного не узнали. Багажники пусто. В бардачке пусто. На заднем сиденье пусто. Что-то пустые машины пошли нынче. Нам-нам-нам-нам-нам. С пути отклоняться не будем, пойдем по дороге. Самое нормальное. Это идти по дороге. Вон следующая машина, говорю. По дороге идешь, там от машины до машины. И волков нету, как ни странно. Так что я скажу, что волков нету, тут сразу загудели. Пусто. Ну что ж ты будешь делать? О. Патрон для револьвера. Батончик. Так, ладно. У нас там идет уже 47 минут. Давайте дойдем до этого здания, собственно, и закончим. Че? Оползень. Нужно забраться наверх и осмотреться. Так, а ты будешь здесь забираться? Как мне забраться наверх-то? Ладно, понятно. Не все так просто. Я так понимаю, нас сейчас опять заведут в пещеру. Идем, там мне не нравится. Только обходить, значит, да? Сейчас до той хижины дойдем. А, это какой-то контейнер там был вроде. Здесь тоже уползем. Здесь медведь. На медведя я вообще не хочу нарываться. Соберем шиповника. Вот с мишкой кослапом не очень дело иметь. Мишка кослапый, не волки. Он терпеть не будет. Ладно. Здесь еще и медведь. Тоже. Да господи, тебе здесь тоже.
мастера паркура. Ну, мы хоть найти, узнали, что там нет ничего ценного в этом амбаре. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. А опять куда-то мы лезем? Ну, давайте заберемся. Ага, у нас еще перчаток даже нету. Пум-пум-пум-пум-пум-пум. Да, опять залазить. Мы куда вообще забираемся? Ему вот холодный мир, блин. Руками по льду, вот не холодно лазить. Блин, там столько винтовок было, я их все проигрывал. Надо было выбросить эту перед входом все-таки. Причем заряженные. Тихо опять. Что, он типа забежит? Не думаю. Нам бы дорогу, как говорится, найти. Нам же не говорят нарваться на волков. А это чья пещера? Здесь интересного нету. Давайте тебя что возьмем хоть. Ага, кровать. Да, конечно, классная кровать. Я, пожалуй, тебе покажусь. Что вы хотите сказать, меня волки преследуют? Что за музыка-то напрягающая? О, вон домик сломанный. Вот до него дойдем, там остановимся. От этого мы ушли от прицепа. Так, если туда пойдем, мы никуда не выйдем. Потому что собираются, собираются. Я не знаю, для чего они, правда, но возьмем. Может пригодятся как-нибудь. Так, давайте осмотримся. Олени. Сломанный домик. Вон там сломанный домик. Альпинистский трос. Пум-пум-пум. Пум-пум-пум-пум-пум-пум. Идем так на чили, на свободе. Пока никто не рычит, пока олени скачут, можем себе позволить. Это типа сломанный домик. О, гвоздодер. Металлолом. This will come in handy. Оружейный патрон. Отлично, этим мне бы еще найти оружие. Чтобы вот просто не зря. А, вот он, сломанный дом. Танки добытчика. Вот, значит, здесь должно быть оружие. Sure. Вот это вот другое дело.
Давайте зарядим. Ну, и на этом, пожалуй, мы закончим этот выпуск. Но следующий выпуск ожидайте обязательно, чтобы узнать, что будет в следующем видео, в котором вы узнаете в следующем видео. И спасибо. Here we go.